Балерина Анастасия Волочкова показала свое чудо. Звезда балета тепло поздравила свою дочь Ариадну с именинами, поделившись с подписчиками архивным фото, на котором девочка выглядит совсем крошкой. Анастасия воспитывает дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. В настоящее время дочери 19 лет, она живет в Москве с отцом и его новой семьей, но часто навещает маму, с которой у нее крепкие и теплые отношения. Волочкова призналась, что ее доченька отмечает День Ангела, и в связи с этим она опубликовала трогательное сообщение. «Мои дорогие! Сегодня именины у моей любимой и единственной доченьки Ариадны. Найти икону с изображением этой святой в православных храмах сложно, ведь это редкое греческое имя, как и мое Анастасия. Поздравляю всех с этим днем. Молюсь о вас. Именно в этот день мы крестили мою доченьку в Петровском монастыре», — написала балерина. Поклонники Анастасии активно присоединились к поздравлениям, комментируя: «Какое замечательное фото, вы красавица, дочь унаследовала лучшее от родителей, материнская любовь, это очень сильно, замечательно, что у вас такие близкие отношения».